Всем привет! Меня зовут Ирина Шкодрина. Сегодня в буксе My ADS App покажу, как сделать депозит, как поставить рекламу, покажу, что я выводила средства и как в нем работать. Для того, чтобы в нем работать, нужно пополнить депозит хотя бы на 1 доллар, потому что письмо пришло на почту о том, что бесплатно это делать не получится. Я уже ввела 1 доллар, и у меня появилось 5 рекламных объявлений на первой группе, чтобы бабы собирать. И 17 объявлений для того, чтобы зарабатывать наличные деньги. Я уже выводила 6 долларов и оставила ровно на вывод. Вот Pair кошелек MyADS App WinDraw. Так что это все кликабельно, это не подделка, не нарисовано. 5.82 я получила 23 апреля, сегодня 24. Так, теперь, значит, как сделать депозит? Нажимаем вверху на депозит. С Pair мне не понравилось, честно сказать, пополнять, потому что получилось, что там вручную надо было получать. Так, значит, я буду пополнять на 3,55 или 3,60 даже, на 3,60, чтобы 4 доллара было. И буду пополнять с Perfect Money. Ну и все, дальше по схеме. Нажимаю на депозит. Так, 3,60. Pay Now. Почему-то вот кнопочки... Ручка не нарисована, а кликабельные все равно не кликабельные. Так, ну дальше по схеме. Так, ну все, продолжить. И возвращаясь в кабинет, подтверждаю, confirm. Так, Purshare Wallet 3.60. Cash Wallet. Теперь мне нужно, значит, купить отпак. Buy отпак. Я вижу, что деньги, по-моему, еще не поступили. Надо, наверное, подождать. Так. Так, поняла. Они упали у меня на Purshare Wallet. Я думала, я 47 центов добавлю, у меня будет 4 доллара. Ну, ничего. На 3 доллара пока поставим рекламу. Нажимаем Buy a Pack. Потом доллар докину и куплю себе вторую группу. Так, теперь я буду рекламировать, например, Stagross. Копирую реферальную ссылку, вы можете делать любого проекта, потому что я люблю, когда предстартовые проекты рекламирую, тогда очень хорошо идут люди. Проект стартует 7 мая. Так, теперь на 3 доллара нажимаю Buy Now. Так, обновляется страничка. Подтверждаем. И 300 рекламочек мои увидят 8000 человек пока на сайте. Так, если хотите, можно переводить на русский язык. Здесь написано просмотр ваших пакетов. Это я уже, в принципе, купила. Теперь, значит, просмотр. Давайте нажмем просмотр. Наверное, да, стал уже он. Вот Stagross, Stagross, Stagross. И я еще один рекламировала EQNet. Так, возвращаюсь домой. И смотрю теперь, значит, рекламу. Рекламу, как мы смотрим. Здесь мне нравится, как смотреть рекламу. Нажимаешь кликнуть ADS5, нажимаешь получить бонус баповский вот этот. И идет 10-секундная реклама без капч, без ничего. Вот это мне очень нравится. Типа серфинга, не надо возвращаться на предыдущую страницу. Вот 3, 2, 1, 0 и next. Продолжите все. И вот таким образом продолжаем смотреть 5 штук. Вот осталось 4. Поставлю пока на паузу. Все, меня вернуло в кабинет. Я вот хотела сразу, прежде чем перейти к платным объявлениям, показать, что у меня сейчас 12 тысяч бапов. И мне не хватает буквально 1 доллара, чтобы перейти во вторую группу. Где посмотреть группы? Это вот на красном фоне с правой стороны нажимаете группы. Посмотрите группы. И вот если у меня будет 14 тысяч бапов, у меня будет реклама на 34 цента. Потихонечку я буду повышать. Я работала в предыдущем проекте на 5-й, на 6-й группе. Зарабатывала в день до 5 долларов в день. Вывод, кстати, от 5 долларов. Точно так же можно смотреть серфингом платные объявления, клики. Вот нажимаем клик. И то же самое по 10 секунд. Нажимаем View ADS. И смотрим по 10 секунд вот так вот все объявления. Очень просто, очень легко. Мне понравилось. Работать в нем очень легко по сравнению
Madika.com. Это было зависание ужасное. Здесь сервер очень мощный, поэтому работать одно удовольствие. Поставлю пока на паузу, пройду все. Все, просмотрела я все объявления. На кэшвалит у меня упало там, получается, было 47 центов, стало 56 центов. Мне нравится, что они распределяются, не все вот деньги падают сюда, они распределяются на разные балансы. Это, с одной стороны, хорошо, и это написано в правилах, чтобы работал проект долго и платил долго. В общем, админу так виднее, видать. Так, промо-материалы находятся. Вот тут промо-акцион, реферальная ссылочка будет находиться под роликом. Так, сейчас копирую. Кому понравилось, пожалуйста, милости прошу. Кому нет, извините. С вами была Ирина Шкудрина. Пока-пока.